Итак, друзья, всем привет! У меня вторая попытка замены гидрогелевой пленки. Вот эта пленка у меня уже примерно полгода находится на телефоне. Здесь появился вот такой вот скол какой-то. Ну, так, я снимаю на Samsung, поэтому с автофокусом тут вопрос. Вот так вот видно, что в принципе она еще в более или менее живом состоянии и как дополнительная защита очень хорошо работает. То есть у меня чехол, в котором металлическая пластина, здесь вырезан пластиковый из пластика пропуск на работу. Вот это вот так у нас выглядит кожаный чехол Lan Siji из Китая. Не, Samsung не может снимать видео, это дичь, конечно. Ладно, про чехол я отдельно потом сниму. Так, значит, попробуем ее снять и приклеить новую, но не как в прошлый раз, а уже с инструкцией. Так, в принципе, вот эта штука, я остался ей очень доволен, она прям крутая. О, как он хорошо отклеивается. Вот, раз. Вот так вот она выглядит. В принципе, даже не желтеет. Прям сильно как-то. Здесь цветопередача почему-то желтит. Не знаю. В общем, ну, довольно-таки вот плотная такая штука. Вот даже на растяжение ее так делаешь. Опа! Гораздо лучше, чем любая какая-то пленка непонятная. Так, ну ладно. Торцы, значит, мы затрем спиртом. Края, точнее. Так, посмотрим, что у нас здесь. Так, значит, вот сама пленка. Здесь интересно, еще пока не знаю. А это разглаживатель, так сказать. Угу. Стики, тряпочка и протирка. Ладно, я больше доверяю спирту чистому. Так, теперь смотрим инструкцию. Как-то в прошлый раз я вообще неправильно там начал все делать. Так, это у нас, значит, получается, нужно наставить ее вот так вот. Так или нет? Где здесь вверх? А, понял. Так вот. Не совсем понял, это сюда попало. Ага, это уже сюда попало. Так, окей.
Вот, путаюсь из-за этой пленки. Так. Так, вот это мы сделали. Так, теперь нужно снять еще один слой. Да что ж такое-то, твою мать? Хрена непонятно, дерьмо какое-то. Господи, ты, блядь, опять все через жопу, короче. Короче, это неудача. Я так и не научусь, похоже, клеить эти пленки. Китайская логика. Мне непонятно. Так, все понятно. Ну давай, еще оторвись тут, и будет замечательно. Твою мать. Просто ебаный пиздец. Вот просто вот ебаный пиздец. Все нахуй. Молодец, хорошая была пленка, блядь. Все охуенно опять, нахуй. Короче, нахуй, блядь.